Всем привет, друзья! Снежок у нас тут выпал. Ну, уже тает. Вот. Пришла я вам рассказать наши новости. Вот. Обживаются наши новые петушки. Такой вот красавец парень. Насмешил он меня в день приезда. А больше даже не он насмешил, а рыжий второй петушок, которого привезли. Выпустили мы их. Они пошли осматривать владения. Ой, ну красавец, конечно, я не могу прям. И серьги какие, и гребешок. Красивый парень. Пошли они осматривать владения. Посмотрели курочек, посмотрели, что у нас тут уточки. И вот этот вот рыжий парень. Ну-ка, покажись, покажись. Вот этот вот красавец. Как вы думаете, что он сделал? Он пошел хулиганить с индоутками. Куры его как-то сразу не заинтересовали. И он решил, что белые индоуточки – это его будущие жены. И сотворил с ними безобразие. Вот так вот. Сколько было у нас зверюшек, но такого еще не было. Уточка тоже была в шоке. Йося даже не понял, что произошло. Он даже не успел возмутиться. Да, Йося? Йося? Йося, ты защищаешь своих девчонок теперь, да? Йося, смотри, а то уведет петух. Да-да-да, да, останешься без жен. Так что вот такой у нас рыжий хулиганчик появился. Привезли мы их в воскресенье, это уже несколько дней. Они у нас, ну, нормально освоились, ребята, все хорошо. Да-да, певучие, певучие, красивые, крупные парни. Хорошо, я очень рада, потому что имбридинг нам в хозяйстве совершенно не нужен. Это видно, что петухи прекраснейшие, крупные, красивые. Вот. Ну, пойдем глянем, что там у нас у Марфы Васильевны с Чикатило. Привет. А, воды вам надо. Воды мало. Сейчас принесу. Принесу, сейчас принесу. Сейчас принесу. Все, тихо. Не кричать. Не возмущаться. Сейчас мама все принесет. Да-да-да-да. Сию секунду. Вот. Сейчас пойдем глянем, что там с яичками у нас на сегодняшний день, на этот... Ой-ой-ой, на этот момент. Ну-ка. Так, 2, 4, 6 тут у нас. Забираем, пригодятся. Пригодятся 6 яичек. Сейчас дальше посмотрим. Так, и тут 2, итого 8. А. И тут 2, 10 яичек. От 15 курочек так замечательно. Я считаю, крупненькие, хорошие яички. Сейчас глянем, как тут наши малыши похолодание пережили. Тоже водички мало. Сейчас я вам принесу. Привет, малышня. Двери закрываю. Вон уже какие. Уже хвостики отрастают, крылышки отрастают уже такие. Большенькие вы уже у меня становитесь, да?
Вон уже какие-то. Я не увеличиваю, нет. Вон уже какие. Сейчас попробую одного. Ну, не бойтесь, не бойтесь. Не, большие уже, большие, большие. Ладно, не буду вас пугать. Но уже в два раза за неделю, грубо говоря, в два раза по сравнению с тем, как мы их переселили. Я еще тут резко похолодала, я так переживала. Думаю, как они переживут это похолодание. От комбикорма, что мы им насыпали, вот сколько осталось. Завтра уже надо будет новую смесь им делать. Кушают, пьют очень хорошо. А тут вот в двери у нас просверлены, видите, дырочки для вентиляции. Это мы тут летом бройлеров содержим там или своих цыплят, подростков. А тут морозы такие ударили. Вот Анатолий забил мешковиной пока эти вентиляционные отверстия. И окошко тут у нас еще вентиляционное с решеткой. И окошко мы пока закрыли, потому что все-таки достаточно прохладно. Вот. Сейчас еще пойдем. Йося, Йося, ты что там шипишь? Ты разговариваешь, мой хороший? Ну, поговори, поговори. Поговори. О, дошла. Еле иду. Скользко. Вот наш красавчик. Тоже вот они у нас уже обжились. Вода замерзла в раковине. Видите, я им сейчас выковыривала водичку. Уточки, все, все живы, все здоровы. Сено поменяли вчера, им сухое в будку положили. Но пока еще не выпускаем из загончика. Побаиваемся пока. Я что побаиваюсь, что Йося начнет на девчонок лезть. Вот этот парень в силу войдет, как говорится. Я вот увижу, когда, что он топчет своих девчонок. Потом он их уже не отдаст. И будет защищать. Так что вот такие новости в нашем хозяйстве, друзья. У нас без приключений как-то не получается, не бывает. То одно, то другое. То Антон Палыч у нас с индоутками заигрывал. Потом Йося заигрывал с пекинскими белыми утками. А теперь мы двух других террористов привезли. Теперь у нас петух индоутками увлекся. Вот такие дела. Ладненько, будем прощаться с вами. Это была я, Татьяна Денисова. Мой канал «Деревенская жизнь» с Татьяной Денисовой. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кому не нравится, дизлайки. У кого есть вопросы, задавайте. Всем отвечу. До новых встреч, друзья.